А в чем нарушение? Вот эту жопу лежа, он в принципе, уже англичане ее не стреляют. Вот это Первая мировая война. Это его родители, понимаете? Родители этого человека. Кто вы такой вообще? Как все вы оцениваете? Приводите сюда, комиссию принесите, разберемся. Где ты воевал? Ну что ж это воевал? Они войну прошли. Ну давайте сейчас педали поснимаем с людей, которые здесь. А машины используются для спекуляции. Давай машины. Я делаю зауважение. По поводу нарушения зауважение мы свое выслушали. Для того, чтобы не создавать ажиотаж. Для того, чтобы вы Людей спросили бы. Вот такие так мы живем, что депутаты такие. Давайте тихо, мирно разойдемся. Давайте не будем не надо создавать конфликт, когда его нет. Нет, это тоталитарный режим, полицаи, Ванюша. Отойдите, пожалуйста. Отойдите, вы сейчас в лес одежда. Давайте ордена, медали поснимаем с лентами. Отойдите, пожалуйста. Отойдите. Девушка. Дупу Ляшка сними. Так, Хватит-то всегда было Я прошу прощения. Извините, пожалуйста. Я в 92-й бригаде в 14-м году по мобилизации. Товарищи офицеры, пожалуйста, уважайте законы Украины. Уберите руки. Пойдемте.